Наслаждаемся последними теплыми деньками. Ну а с вами «Сильные новости». Женя, рубрика «Короче». Погнали! К 2023 году будет готова белорусская вакцина от коронавируса, пишут «Сильные новости». Об этом заявил министр здравоохранения. Невич утверждает, что белорусская вакцина поможет в дальнейшем бороться с другими пандемиями и уверен, что вакцинироваться должен каждый белорус. Невич предлагает определиться между препаратами и, к слову, недавно была завезена в Беларусь еще одна вакцина российского происхождения – «Спутник Лайт». Ну а вы уже сделали прививку или еще нет? В Гомеле пожилая женщина живет на улице. По ее словам, у нее украли паспорт и пенсионную карту. Неравнодушные гомельчане обратились в редакцию «Сильных новостей» с желанием помочь женщине. Раньше у нее был свой дом в деревне в Гомельской области, но она вынуждена была уйти на улицу и теперь жить в поездах и на вокзале. Летом она спит прямо на земле, а вот зимой ночует где придется. А как ваша тихая охота? Вот грибник из Минской области нашел боровик весом более килограмма. Рядом росли еще 4 грибочка, но уже поменьше, по 800 грамм. По словам грибника, все они были без червячков и чистенькие. Ну а в Гомельской области самой грибной зоной считается Лоевский район. А где вы собираете?